Кыргызстан отправил Казахстану 300 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в отечественном МИДе. Это вода, продукты питания, а также палатки, лампочки, обогреватели, кровати, матрасы и одежда. По словам дипломатов, поддержку нашей стране готовы оказать и другие страны. Как вы помните, два дня назад казахстанскую границу пересекла колонна из 15 грузовых автомобилей и одного внедорожника МЧС Кыргызской Республики с товарами кыргызского производства, всего 300 тонн. В эти товары вошли вода, рис, гречневая крупа, печенье, конфеты, чай, другие продукты питания. Как вы знаете, в стране развернут оперативный штаб. Сейчас правительство в полной мере занимается этим вопросом. Все заместители нашего премьер-министра выехали в необходимые регионы.